Похоже, трагедия в социальном учреждении, которая случилась в январе 2020 года, когда погибло 11 человек, не научила никого ничему. Тогда Линара Иванова, министр труда, социального развития и семьи, во время этой трагедии отплясывала на какой-то предновогодней вечеринке, а люди горели в огне. И вот опять. Крупнейший пожар в психоневрологическом интернате в селе Юмагузино, по счастью, не унес ничьей жизни, ну, только благодаря слаженным действиям МЧС, которые спасли 111 человек. Но очередной пожар в интернате только подтверждает профессиональную непригодность Линары Хакимовны. Министр труда, социальной защиты и семьи не сделала никаких выводов. Похоже, организация противопожарных мер в оверенных ей учреждениях осталась неизменной и на уровне того самого 2020 года. Я не знаю, чего ждет Хабиров, я не знаю, чего он боится, почему он опасается там, московских покровителей Ивановой. Она, конечно, за долгие годы набралась там связями и всевозможными влияниями. Но, я не знаю, остается дожидаться, когда кого-нибудь действительно очень много погибнет на подобном пожаре, чтобы был повод от нее избавиться.